Сегодня мы приготовим с вами шоколадный брауни с мороженым. Какая ситуация? Всем привет! Это моя сестра Анастасия. Я Даня. Сегодня будем делать брауни по рецепту классическому. Сначала мы нагреваем духовку и начинаем приготовление. Мы берем емкость, которая, наоборот, поменьше у нас объема, потому что мы потом это будем добавлять в яичную смесь и отвешиваем здесь сухие ингредиенты. Это у нас мука. Муки у нас относительно немного. Ванильный сахар мне, например, нравится больше, чем ванилин. Конечно, в идеале, если у вас будет вообще настоящая ваниль, но в сегодняшних условиях ее найти, конечно, еще сложнее, чем раньше. Какая ситуация? Соль примерно пятую часть чайной ложки, то есть прям, по сути, щепоточку. Нам нужно для этого хорошее какао. Мы брали его в кондитерском магазине специальном, обычное какао, потому что от него будет весь вкус практически, это все шоколадное. Если какао не добавим, ничего такого не будет. Да, какао нам дает очень хороший вкус, если это хороший какао. Ну, конечно. Мы будем же брать за 5 рублей какао, по идее. Разрыхлитель добавляем примерно 3 грамма, тоже тут пригодится, такой без разрыхлителя. Первое. Держите, пожалуйста. Давай расскажем, зачем надо просеивать муку. Ну что, вообще никаких комочков не было в этом. Давай покажем, какие комочки у нас тут. Вон они какие. Вот так вот ложку раздавливаем. Получается, что от всех комочков мы избавились. И все у нас смешалось. Мы даем вам такой базовый рецепт. Мы сейчас вот в эту смесь, когда мы добавим масло, потом мы добавим сюда кусочки шоколада. И вот здесь, в чем прелесть этого рецепта, да, Даня? Вы можете добавить шоколада сколько вы хотите. Можете вообще не добавлять шоколад, то есть у вас тоже диетически получится. Диетически будет брауни? Конечно, не сильно диетически, потому что тут много сливочного масла и сахара, но и как бы брауни это вообще, наверное, не про шоколада? Да. Так у нас растопилось сливочное масло, мы добавляем его в смесь. Брауни – это не про диету, да, Даня? Угу. У нас получилась вот такая вот смесь. Такая вот она. Такая вот густая она. Так, вливаем нашу форму. Тесто готовое. Мы его разравниваем. Немножко так. В данный момент он у нас печется около 30 минут, но он еще прям совсем сырой. Прошло всего 10 минут, разница колоссальна. А внутри он по-прежнему мягкий, но уже не сырой, а сверху есть небольшая корочка. Даем ему немного остыть и наслаждаемся брауни, который приготовили сами. Такая ситуация. Всем привет, меня зовут Даня. Да подожди, ты почему без меня-то начал? Ты что, грустный тут такой? Да просто нормально взять.